Привет, друзья! У меня, смотрите, что-то чулочка укоротилась. Она вот длинненькая, но почему-то мне казалось, раньше она подлиннее была, а сейчас она, короче, какая-то вообще коротыш стал. В общем, сходим мы сегодня с вами, посмотрим. Пришла мне реклама и о том, что сегодня в ГУМе 20% скидка. А мы с вами давно уже никуда не выходили, поэтому пойдемте. Сходим, посмотрим, что там у нас на скидке есть. Мне нужно купить наполнитель для туалета коту и, собственно говоря, все. Поэтому так, прогуляемся, посмотрим, что как, надо выйти. А потом, может, приду, если еще силы останутся, то еще что-нибудь поделаю, может, порисую какие-нибудь цветочки. Мне хочется порисовать, наверное, уже порисовать прям так на несколько часов. Светового дня нет, а я не могу при искусственном свете рисовать, поэтому мне бы свет. Но если не будет, то мы что-нибудь быстренькое такое, наверное, нарисуем. В общем, давайте собираться. А мы с вами зашли в Сум, друзья, и здесь на мой любимый бренд сумок Матиоли 20%. Давайте посмотрим, какие у них тут модельки есть. Я смотрю, тут и новые, и старые, и мне очень нравится, что, смотрите, у них по цветовым зонам все разложено. Красный не мой любимый цвет, но и черненький я не люблю, но люблю маленькие. Вот это вот такая очень интересненькая. Давайте смотреть. Тут цена вот такая, это белорусские рубли, я здесь в долларах еще пропишу, чтобы было ясно. Зелененькие, смотрите, какие. Это она такая квадратненькая. Нравится мне вот эта кожа, очень красиво смотрится. Вот эти вот малютки мне нравятся. Вот это побольше вот такие. Вот, смотрите, они даже замшевые с одной стороны. У Матиоли все кожаное. Ну, а кожа замша будет. Соответственно, поэтому такие цены. Давайте глянем здесь цены. 19. Такая вот есть еще в красном цвете. Была бы розовым, я бы, наверное, такую вот купила. А у вот этих вот, ну они побольше, это уже гораздо больше. У них еще есть вот такой вот, ключи туда можно уложить. Вот такой вот. Она, кстати, расстегивается целиком. Потом у нас пошли бежевые. О, бежевая, смотрите, какая симпатичная. А из мальков есть еще вот такая. У меня вот от них вот есть похожий маленький плащ. Вот с такой кожей. Тоже такая симпатичная. Цена недорогая, ну как для кожаной сумки Матиоли. Конечно же, для маленькой такой сумочки она кажется дорогой. Но качество они просто не снашиваемые. Вот такая есть еще коричневая. С вот этим вот есть. А есть такой кожи прям лаковый. Симпатичненькая. Пошли черные. Они вот эти модельки в разных. В разной коже, в разном исполнении есть.
вообще очень-очень интересненькая. Давайте опять цену проверим. 12 рублей. И смотрится она так очень-очень миленько. Вот. Очень классно. Цвет немного не мой, но вообще само по себе очень такая красивенькая сумочка. Вот такие вот. Это вот из самых новинок. Рюкзаки. Это уже не они. Вот это другой бренд какой-то. И вот такая же есть еще вот в таком зелененьком. Это уже галантея. Это уже не Тиули, это просто обычные сумки. Пойдемте глянем, что у нас есть здесь не из Матиоли, а просто. А вот что-то такое по цветасти очень похоже. Смотрите, как интересно сделана ручка сбоку. А тут кармашек есть. Такая идет как сумка-шопер. Термоядерный. Красный не будем как Ассандр в подушках сидит. Это у меня тут сушится увлажнитель воздуха. Я вот, кстати, вот это вот все не очищаю. Он у меня прослужит ровненько там 3-4 месяца, потом сломается, вот, собственно говоря, из-за вот этой вот всей накипи. Или же, как оно тут, этот камень образуется. И я выбрасываю, покупаю новые. Я их покупаю, вот эти увлажнители дешевые, максимально дешевые, но чтобы объем был. У меня здесь, по-моему, 2,5 литра. И вот мне на ночь хватает, и у меня тогда нет обострения астмы. Ну, в смысле, я не начинаю испытывать дискомфорт. Так что вот. А мы с вами тем временем... Тут я занимаюсь очень интересно. Вычитала в интернете, что текстурную пасту можно делать самостоятельно. Она на самом деле дорогая. Вот эта вот, которую я для больших картин покупала. Уходит ее много, особенно если формат большой. А я хочу просто порисовать даже не на холсте, а просто на картонке. Соответственно, мне хотелось бы ее замешать. Обычно для таких дел я покупаю... У меня, по-моему, осталась пустая банка. Банку даже выкинула. Я обычно для таких дел покупаю шпаклевку. Но закончилось, мне теперь надо купить и шпаклевку, и белила отдельно. И вот сегодня я замешала самостоятельно. Что я взяла? Я, значит, взяла по интернетовскому рецепту, не знаю, как там будет, взяла муку вместе с содой и клеем ПВА. Вот это все замешала. Конечно, оно с комочками идет такими, но я и вымешивать не буду, мне хочется лимончики. Будут у нас сегодня лимончики. Думаю, композиционно сделать их... либо один большой... Не, наверное, сделаю как-нибудь даже наверное, может, в противоположные повороты. Вот будет один такой лимончик. Потом вот здесь, наверное, вот так вот будет. Как будто они на веточке висят. Второй лимончик. Вот так вот. А здесь, наверное, еще парочку сделаю, как будто это дерево. Вот, пока что не определилась по поводу фона. Какой мне хочется фон?
Не совсем белый, потому что белый это скучно. Думаю, каких-нибудь цветов туда добавлять. И, ну, в общем, сейчас как дело пойдет. Как ляжет, так и пойдет. Может, даже и белый этот фон и оставлю. Посмотрим. Что у нас тут, ребята? Лимончики мои. Они еще сохнут. Это еще не конечный вариант. Я еще буду доделывать, но мне надо, чтобы вот это все высохло. А после этого буду дальше делать. Вот. И сейчас хочу еще нарисовать вот какую-то, ну, не такую, конечно, девушку, а будет девушка совсем другая. Нашла в интернете классную картинку. И сейчас, короче, ее нарисую. А сначала, соответственно, карандашом буду рисовать. Это какой-то плохой сейчас. Вот. Они у меня уже все... Надо точилку найти. Все списались карандашики мои. Ну, давайте приступать. Вот мои лимончики, уже готовые. Сдалека, значит, вот так вот смотрится. Вообще, эти лимоны классно было бы, во-первых, сделать более желтый цвет, но, к сожалению, мой почему-то сильной желтизны не дает. И если бы это было на большом каком-нибудь холсте, может быть, даже вот на таком или еще больше формата, и чем-нибудь, допустим, перекликался, допустим, там желтые подушки, либо еще, ну, в общем, если в интерьере есть что-то желтое, мне кажется, вот лимоны очень классно будут смотреться. Как элемент декора. Что-то пошло не так, и вместо девушки у меня образовалось море. Ну вот, вот. В общем, если в муку вместе с содой добавить клей ПВА, то ничего не трескается. А если не добавлять клей ПВА, то, конечно же, мука с содой трескается. Ну и плюс я эту в руках немножечко, знаете, так держала, пока она еще не полностью застыла, поэтому, может быть, трещины пошли и отсюда. А вообще, вот эта вот работа, это я когда-то хотела нарисовать на большом формате интерьерную картину, тоже вот так вот объемненько сделать, тоже так песочек сделать. И подарить в подарок на новоселье. Но что-то пошло не так, и море мне не захотелось. И на момент, когда я рисовала картину, я нарисовала те свои шикарные букет пионов. Поэтому вот, решила референс этот оставить. И в случае чего... Вообще, я как думала? Сначала думала, что может наполовину сделать. Знаете, вот тут море, здесь песочек. Потом все-таки сдвинула его чуть-чуть сюда. Но вообще, можно делать и вот так. Предыдущая моя картина уже была вот так вот сделана, где здесь вот песочек, здесь вот море. Но мне кажется, вот это вот самое классное, вот если морская тема близка, самое классное для большой объемной картины вот в интерьер, вот это вот мне очень нравится. Можно играться с цветом, но, допустим, если, как вот у меня преобладает розовый, то можно, допустим, песочек чуть-чуть сделать розовеньким, и за счет этого вот будет здесь как бы розовый такой пляж, и голубое пойдет море. Можно играться, если, допустим, бирюза, вот здесь вот у меня голубой, а можно сделать чуть-чуть бирюзовый, ну, то есть... Можно вот таким вот образом интересности поделать, если делать это большой картиной. Я ее потом, кстати, сделаю на вот таком, или даже, да, может быть, еще и на большем формате. Вот, вот такое вот морюшко. И вот эту, может быть, даже сделаю. Не знаю, вот это, мне кажется, очень хорошо будет маслом написано. А может быть, и акрилом вот так вот оставить. Но тоже мне... В общем, она понравилась. Как-то смотрится очень аппетитненько. Вот это вот будет смотреться вот так вот. В общем, вот так вот, друзья, порисовали. А тем временем мой личный ассистент почему-то спит до сих пор. Да? Кассандр, что вы можете сказать в свое оправдание? Почему вы свет не настраиваете, камеру не ставите? У нас сегодня съемки вообще-то по плану. Ну вот, в оправдание свое Кассандр ничего не будет говорить. А тут у нас уже написаны
тренировки. Сейчас буду весь сетап настраивать. Свечи классные такие оказались. В результате, вот, она у меня уже наполовину сгорела. Сдвоенные вот эти фитильки. Супер. Оно так потрескивает классно. И вообще очень я довольна. Теперь буду покупать и делать свечи самостоятельно. Потому что и процесс мне понравился интересненько. И вот это и вон та. И в результате у меня вышла очень приличная экономия. Так что я вообще довольна. Всем, кто хочет попробовать, ссылку оставлю в описании. Я там поэтапно снимала, как я это все делала. И запах у них такой средненький. За счет того, что такое эфирное масло. Если необходимо, хочется прям такой хороший запах, можно просто туда добавить ароматизатор. А на сегодня это все. Я тут уже приоделась, потому что тренировочки буду сейчас снимать. Там уже у меня коврик лежит, все дела. Огромное спасибо всем, кто ставит пальцы вверх. Всем удачи и пока!